Кого-то ловит там, ничего себе. Ты за кем там гоняешься, а? Красавчик. Вот я иду, и все вокруг Бог. Я сам себе суфий, я сам себе йог. В сердце полно неизбывной красы, а в голове туман над Янзы. Эй, эй, ты кто? Молодой, шерстка такая приятная, да? Вот такой милый. Ест он, все, все ест. Сибирские собаки все едят. Угу. Дай. А он не понял ничего. Скажи, у тебя собака-птичка, что ли? Привет, Серега. Ну, для тебя вообще не существует зимы, да, там? Что летом, что зимой. А веломашина-то? Да, да, да. Только зимой интересней. Воздух аж пьешь, то есть надышишься, то есть продышишься, и потом воздух пить начинаешь прям. И ни комаров нету, ни оводов, да? Ну да. Неудобство есть, потеешь только, что это. Так здорово, пресс выглядит. Потеешь? Зимой? Жарко. А, ну да. А легче одеться не получается. Ну, какой-то ветер сегодня продувает. Ну да, да, продувает. Так-то я бы сейчас эту куртку бы одел, и на футболку, куртку, и все, и хватило. А ты по большому кругу какому-то, да? Нет, я сегодня поехал туда, на Танатовскую дорогу. Что-то завалился, цепь спала. Пришлось это возвращаться. Ну, руки не оденешь, перчатки, она же цепь в это. А там... Про это... Да, там, ребята, рекомендую прогулять. Вот там по еще... Танатовской? Да, там еще окуневу еще сможете поймать. Здесь-то окуневу уже нету нигде. А там прочищено, да? Да. Это вот это основная Танатовская? Да, вот Танатовская. Пройдите, прогуляйтесь прям до спуска, ребята, не пожалеете. Да? Прям... Ну, хорошо. Очень приятное ощущение. А мы хотели, видишь, птичек покормить, на Амкар сходить. Не знаю сейчас. И семечек купили специально. Может, тогда в другой раз. Но завтра метель передают. Вот в чем дело. Слушай, ну ты вообще, у тебя видон такой прикольный. Спортсмен просто. Натуральный. Доброго дня. Вот Серега порекомендовал нам прогуляться по Танатовской дороге. Мы вообще не ходили в это, этой зимой. В том направлении. Говорит, прочищено все. Говорит, не пожалеете. Вот сейчас на разведку идем, посмотрим, что там. Пофотографирую, если получится. Сегодня, кстати, у нас 7 февраля 2020 года. Где-то сейчас 2 часа дня. Минус 6, и ветерок такой резвенький. Но сейчас в лес зайдем, ветра как всегда не будет. Вот он, магазинчик наш, там остановочка, деревенька остается сзади. Это Мейфелева башня наша знаменитая. И идем сейчас вот сюда пойдем. Вот туда. Тут, оказывается, вот такая вот колея просто глубокая. И идти неудобно довольно-таки. Мы сейчас вернемся на дорогу и попробуем. Посмотрим, может быть, там вон, там есть другая дорога, может, она прочищена. Вот эта дорога на Муромцево, ее все время чистят. Идти приятно по ней. А по колее, конечно, вот такой, очень медленно передвигаешься. И устанешь. Туда-обратно сходишь за час.
сил потратишь много. Вот поворот направо. Вот это другое дело. Дорожка почищена, как положено. Ну вот пойдем там, не знаю, дальше, что будет там. Насколько далеко она почищена и куда вообще она ведет. Вообще-то эта дорога на Танатово. Неужели до самого Танатово? Это 10 километров. Ну, вполне может быть. Для тех, кто не знает, Танатово это деревня такая, она полупустая уже. На Иртыше. В 10 километрах отток у него. Но летом туда вообще тяжело. Когда дожди, весной в распутицу, невозможно доехать. Только на каких-то УАЗиках там или на тракторах. Бывает и УАЗики не проходят. То есть она отрезана вообще. Такое у нее расположение неудобное. Красиво здесь. Проехал. Этот нас сопровождает. Не знаю ни имени, ни звания. Молоденький такой. Красавчик. Вот так, вот так. Эх, как. Ребенок еще. Все ему интересно, любопытно. Красавчик. Эй, красавчик. Кого-то ловит там, ничего себе. Ты за кем там гоняешься, а? Красавчик. Куда он попёр? Интересно. По своей же тропинке идет. Ну пошли дальше. Чего ты? Зайца ищет. Охотник, что ли? И вот мы уже к лесу подходим. Уже лесочек. Сейчас ветерок стихнет. Тут мы идем нам навстречу, конечно, надул немножко нам головы. Ну где ты? Эй, ты где пропал? Лезет, лезет, лезет наверх. Не знаю, будет видно, как в солнечном луче эти маленькие, как сказать, снежинки и неинки падают с деревьев. Ух ты, скользко. Красивые тоже места здесь. И дорога такая, прям идти по ней одно удовольствие. А вот куда?
куда-то дорога какая-то сворачивает. Ага. Ну такая. Не очень. Там как красиво в глубине леса. Вот когда-то здесь был вот такой же точно лес, бор прекрасный, вот как по правую сторону. Но пожар был здесь лет, наверное, 10-13 назад, я точно не помню, 12. Вот я участвовал тоже в тушении, ну тут полдеревни участвовало. Вот у меня вот такие... Туфли осенние мощные, Экко были еще, я их еще с Ялты привез. Так у меня на них подошва поплавилась. Вот рисунок на подошве, вот этот протектор, который, он расплылся весь. Это там, вот эта подстилка была раскалена из иголок. Вот этот, как назвать, этот наст, который в сосновом бору из иголок, он раскален был, видимо, я так не чувствовал, наверное, может и чувствовал, но не осознавал. Ну там жуть была, я первый раз лесные пожары видел, тогда для меня это было вообще дико и страшно, жесть, конечно. Ну вот видите, посадили, не знаю сколько лет назад посадили это, но если пожар был лет 12-13, ну медленно растут, красный лес медленно растут, это береза, она прет как сорняк, ну не знаю, раза в три быстрее, наверное, береза. Ну вот видно, смотрите, какие березки и какие сосеночки. Ну хорошо, хоть посадили, молодцы. Вот когда-то будет здесь тоже бор красивый. Вот я иду, и все вокруг Бог. Я сам себе суфий, я сам себе йог. В сердце полно неизбывной красы, а в голове туман над Янзы. Это из песни Гребенщикова «Туман над Янзы». Если кто помнит. Вот мы уже обратно идем. Немного мы прошли. Не планировали просто. Тут можно идти, получается. До Тонтова 10 километров. Это можно за 2 часа дойти до самой деревни. Но это туда и обратно. Ну, много, конечно, времени займет. Если бы такая дорога на Шайтан была, то вообще зимой, я имею в виду, супер. Тогда да, а в Танатово, так сказать, ну, особого смысла такую аскезу сделать, совершить. Ну, я не вижу. Это 2 часа туда, 2 часа обратно, но там час поснимать. 5 часов. Не знаю, на машине может съездить, потому что дороги действительно летом нету. Только вот сейчас вот съездить. Это у нас за эту зиму новый маршрут появился. Получается, у нас их всего 4. Вот первый до поляны Перуна, уже всем знакомый, потом до Амкара, до часовни. Потом на Тюб, но на Тюб редко, там протоптано, не протоптано, сейчас даже не знаю. Я давно уже на Тюб не ходил. Ну и на смотровую площадку, там на Яры, вдоль Тары.
тоже там протоптана. Вот, считай, 4 маршрута всего лишь зимой здесь. И снимать-то особо нечего. Но мы гуляем по возможности, каждый день стараемся гулять. Это полезно для здоровья. Воздух чудесный. Сами понимаете, какой здесь воздух. Это вам не промышленный какой-то край. Лес вокруг. Тишина. 200 с лишним километров от города. Очень благостно и для души, и для тела прогулки такие. Я раньше бегал, когда в Донецке жил, в Ялте жил, все время бегал, всю свою жизнь, со школьного возраста. Вот сколько помню себя, я же спортом с детства, с первого класса, там на плавание меня мать отдала. Выполнил первый разряд по спине, на спине плавал. Потом боксом стал, ну, тоже на соревновательном уровне. Ну, дальше области я не выступал на юношеских всероссийских соревнованиях. Ну, там я, по-моему, третьим стал. Это было в 10 классе, в 79 году. Вот. Ну, особых высот не добился, но все равно выступал. Много лет тренировался серьезно. Потом, когда там переломал все пальцы в драке. Ну, в молодости по пьяни, конечно, все уже. Бокс оставлен был, но бегал я всегда, всю жизнь. И в Ялте я бегал каждый день по 10 километров, независимо, там дождь или что там, погода. Но там же грязи нет, слякоти нет. По Царской тропе, которая вот от Гаспро, где я жил, до Ливадийского дворца идет. Вот она вообще больше намного протяженность ее. Но я бегал 5 километров туда, 5 обратно. Но, а когда настроение было, по 20 бегал. 10 туда, 10 обратно. И представьте, там вот 300 с лишним метров над уровнем моря, и в лесу один бежишь по лесу. Иногда тропа выходит на обрыв прямо, и такой вид на море с высоты, со скалы. Ну, вообще супер было. Я так любил бегать, и мне иногда сейчас хочется, ну, уже здесь бегу, не возраст же не помеха, кстати, бег трустой, но здесь вот не побегаешь, хотя бы вот то, что мы гуляем, ходим, летом некогда, там и работы много, а если что-то свободное, Колым подворачивается, надо туристов куда-то везти. И насекомые здесь жуть просто. Тут так бежать, я не знаю, там они за тобой, будет просто туча. Если они за УАЗиком летят, тучи эти оводы, просто реально тучей вокруг УАЗика. Так что на этом здесь, в Окунево, моя спортивная карьера закончилась. Ну, по крайней мере, вот работа постоянно на свежем воздухе, там дрова, сено, снег чистить. Да и гуляем мы постоянно. Все равно форму поддерживаем, стараемся. Вот мы вышли на Муровцевскую дорогу, и нам в магазин нужно. Жена пошла вот той дорогой, как маршрутка едет, а я пойду через пилораму. Вот мы, вот он, поворот. И мы посмотрим, какая быстрее дорога. Я
что-то стал утверждать, что здесь быстрее, но... Ой, тут не прочищено. Нифига. Колея такая. Ну ладно. Раз пошел, буду идти по колее. Я что-то сказал, что здесь быстрее. И вот наши пути дорожки разошлись с женой. Ну, правда, временно. На короткое время. Ух, вот я попёрся. Хорошо, жена не пошла со мной. Тут занесено. Тяжело идти, но сейчас вот выхожу уже на прочищенную дорогу. Ой, фух, она уже, наверное, дошла там до магазина. Вот я попал. Фух. Ладно. Вот наша пилорама. Вот красавица наша. Любимица Михалыча. А вот работы идут здесь. Да, когда такое вижу, конечно, сердце кровью обливается. Ой, ну что сделаешь? Такова жизнь. Какая-то планета. Нубира, наверное. Вон жена уже все забрала с магазина, уже обратно идет. А я только подхожу. Ну, правда, я снимал там немножко. Ну, вот и конец прогулки. Подходим к дому. Вот ветра почти нет, вот судя по флагу. Выходили, он трепыхался конкретно. А сейчас вот висит. Это у нас как и флюгер. И скорость ветра определяем по флагу. Так что он выполняет... Не только политическую задачу, но и чисто техническая такая нам помощь. Ну вот и все, друзья. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал и ждите новых сюжетов.